Продолжаем выпуск. Предприниматели Калмыкии представят свою продукцию в конкурсе «100 лучших товаров России». Это возможность повысить их конкурентоспособность и узнаваемость на федеральном уровне. Напомню, региональный этап конкурса провели в июле. Тогда победителями стали 8 предпринимателей, занимающихся производством мясной продукции и хлебобулочных изделий, продажей портьерами и изделий из бумаги. Сейчас идет сбор заявок на участие в «100 лучших товаров России». В прошлом году дипломы и почетные знаки получили 11 бизнесменов из Калмыкии, при этом местные изделия из керамики попали в сотню лучших страны. Стоит отметить, конкурс был возобновлен в прошлом году, чтобы дать возможность предпринимателям республики продемонстрировать качество своих товаров и услуг на местном и российском рынках.